Короче говоря, бросил курить. Зазвенел будильник, встал, начал бриться. Увидел морщинки, расстроился. Мои года. Умылся, пошел в туалет, закурил. Понял, что курю с 13 лет. Сейчас мне сколько? 35. Да, пора бросать. Пора начинать здоровый образ жизни. Докурил, выбросил. Вышел из туалета новым человеком. Раз бросил курить, займусь спортом. Почти подтянулся. Я красавчик. Оделся, пора на работу. Сел в машину, пристегнулся, достал сигарету, закурил. Вспомнил, что бросил, выбросил. Подумал и выбросил пачку. Стало жалко, пачка была почти новая. Ну и ладно, я ж кремень. Заехал в магазин купить заменитель. Семечки, чипсы, жвачка, леденцы. Попить. Сигареты. Вспомнил, что бросил, вернул сигареты, взял еще семечки. По пути попал в пробку, занервничал, хочу курить. Съел семечки, открыл чипсы, съел их, добил леденцы и воду. Были бы сигареты, тоже бы съел. Зато перехотелось курить, так как сильно болел живот. Подъехал на работу, подошел к коллеге, сказал, что бросил, уже давно. Целую неделю не курю, даже не тянет. Он меня похвалил, посмотрел на время, я не курю всего 2 часа, очень тянет. После планерки и разговора с начальником понял, что так резко бросать нельзя. Нужно постепенно. Попрошу у коллеги. Вспомнил, что обманул его. Спросил, как у него дела. Он сказал, хорошо. Вот сука, аж бесит. Курить захотелось в 2 раза больше. Побежал до магазина. Пачку покупать не стал. Купил поштучно. Я же бросил, я кремень. Целый день я работал и бегал в киоск. Постоянно покупал сигареты поштучно. Поймал себя на мысли, что курю в 2 раза больше, чем до того, как бросил. Что-то здесь не так. И деньги тратятся быстрее. Купил пачку, но решил, что курить не буду. Я ж бросил. Теперь только по выходным и праздникам. Какой сегодня день? Пятница. Короче говоря, бросил курить.